День. Это Оксана? Это Оксана. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Желаете ли поговорить со своим мужем? Мужем, правильно? Да. Он в плену находится. Да. Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера. Я на работе. Она не поняла вообще чуть-чуть. Муж в плену. Ксюня! У вас муж Оксана, в плену. Я в плену вообще-то. Да, я. Ну, у нас просто не будет возможности, мы будем несколько заняты через к 9 вечера. Поэтому, если хотите, можете сейчас пару слов сказать. Да я не хочу, я вас просто уведомляю, что это под записи для публикации разговора, вы говорите. Алло. Алло. Да, Ксю. Алло. Да, я, ну, я... Привет. Привет, я в Украине, я в плену. Что ты на работе, что ты мочишь? Я знаю. Что, у тебя все нормально? Я все знаю. А, у тебя все нормально? Не надо обо мне. Не надо обо мне. А. У тебя что? У меня все хорошо. Ну. В какой области ты находишься? В Украине, Ксюнь, без понятия. Угу. А, мать в курсе? Да. Ей Влад сказал. Понятно. Она как кричит, короче. Ясно. Ну, все нормально. Ожидаем, ну, вроде как ожидаем.